Всем здрасте. Запишу небольшой ролик из дома. Редко бываю дома. Вообще поводом послужило то, что нужно протестировать микрофон. Проверить звук на расстоянии селфи-палки. Петличный микрофон. И заодно показать, что я дома. Алиса выбрала себе место. Загорает под... и принимает ванны. Вот я ее взбудоражил. Под дождиком. Поснимаем еще фронтальной камерой. Еще один домашний питомец. Я его называю Пепел. Жена называет его Дымок. Это Алиса. Северная собака почти что южных широт. Брестская область, самая южная область. Это мой участок, не доведенный еще до ума. Там сосед Славик. Там сосед, еще один, там сосед Олег. Там газономашинка. Этот домик называет моя супруга домик для гостей. Огород какой-то вырос у нас. Не у нас, а у моей жены. Я ничем не занимаюсь. Путешествие. Вот и все, что я хотел сказать.